26 марта 1936 года в нынешнем Алтайском районе Алтайского края родился Виктор Семенович Ревякин, будущий ученый, географ. Учился в Томском университете, в начале 80-х вернулся на Алтай, где занялся созданием географического факультета АЛТГУ. Фактически был одним из тех, кто основал географическое образование в регионе. На его счету сотни научных статей, книги, атласы, учебники, в том числе школьные, по географии Алтайского края. А еще его называли хранителем Белухи. Много лет он посвятил изучению высочайшей вершины Сибири, особенно ее ледников. Протестовал против постройки Катунской ГЭС в 80-х годах прошлого века. Скоропостижно скончался 1 февраля 2020 года. 9 марта 1826 года в Барнаул прибыла научная экспедиция во главе с профессором Дербского университета Карлом Ледебуром. Это была первая ботаническая экспедиция, обследовавшая весь Алтай. Ледебур проехал из Барнаула в Змеиногорск и затем путешествовал по западному и юго-западному Алтаю. До его экспедиции было кое-что известно из работ Паласа, Патрена и Шенгина только о растительности западной части Алтая. Исследования же Ледебура охватили практически весь остальной Алтай. Итогом стал четырехтомник «Флора Алтая». И, кстати, один из символов нашего края – растение моральник, по-научному называется рододендрон Ледебура.